Никакой суеты и спешки. Раньше Карткировские медрегистраторы и мечтать о таком не могли. Но современные технологии пришли и в их поликлинику. Удобный инфомат и мониторы. Пациентам всегда готов помочь специальный администратор. Кстати, все сотрудники прошли обучение в Пермском мединституте. Их обучили правила поведения, нахождение на рабочем месте, обращение с пациентом, обслуживание пациента. Этика и деонтология была им преподана. И результат уже налицо. Мы видим, как регистраторы обращаются, что у нас сократилось на нет количество жалоб, потому что регистратура не может правильно обслужить пациента. Девочки доброжелательные, хоть и к концу рабочего дня валятся с ног. На обновление Карткировской районной больницы потратили больше 4 миллионов рублей. Ремонт сделали и в лабораториях. Теперь здесь светлые комнаты и современное оборудование. Условия ничуть не уступают крупным городским поликлиникам. Первые 3 вежливые регистратуры – это не ширма с красивыми стенами. Это, конечно, условия комфортные для посетителей, но вместе с тем колоссальная работа внутри учреждения по пересмотру потоков населения, по обращению за разными видами медицинской помощи при диспансеризации, обращении в первичное звено. Первой ласточкой в реализации масштабного федерального проекта стала Сыктывдинская больница. Ставку на сельские учреждения в региональном Минздраве сделали не случайно. Современные технологии внедряют там, где есть заинтересованность и самих медиков, и районных властей. Сегодня жители увидят комфорт на стадии, чтобы попасть к специалисту узкому. Надеюсь, уже у него настроение будет совершенно другое, и уверенность появляется в своем выздоровлении. Вот намного больше, чем, допустим, он приходит на удручающую, вот, переполненную так людьми, вот, хаотично вот, работающую так, вот, регистратуру. Пациент-ориентированные технологии в Карткировской больнице начали применять с прошлого года. Узкие специалисты теперь работают по субботам. Такое расписание сделали прежде всего для жителей отдаленных населенных пунктов. Бережливое производство предполагает, конечно же, выявление узких мест в оказании медицинской помощи. Это очереди в регистратуру, это очереди в лаборатории, это несвоевременная потеря карты и так далее. То есть над этими процессами мы работаем. Глобальное обновление проведут во всех поликлиниках региона. Причем региональный Минздрав установил конкретные сроки. Проект «Вежливая регистратура» будет реализован во всех муниципалитетах до 2021 года. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган», Карткировский район.